Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Сегодня откроем контейнеры. На сей раз у меня их будет 13 штучек, по 4 аккаунта, по 4 контейнера на 3 аккаунтах, и на самом маленьком у меня будет один. Откроем, посмотрим, что выпадет. Последнее открытие, которое у нас было, я бы не сказал, что было таким печальным или каким-то удачным. Что-то среднее выпало, 25 кусков было. Ну, в принципе, ожидало лучшего. Посмотрим, что дропанет нам сегодня. Будем надеяться на какую-нибудь четкую красочку. Посмотрим, что вообще нам сегодня дропанет. Долго тянуть не будем. Быстро, я думаю, начнем открывать. Первый контейнер сразу зеленый, 125 аптечек. Вот если бы аптечки мне падали немножко на другом аккаунтике, было бы вообще шикарно. Но ладно, имеем, что имеем. Дальше. Дальше у нас белое. Двойной урончик. Фиолетовая краска янтарь. Нифига себе, вот это дроп. Вот это дропчик. Фиолетовая. Третий контейнер, ребят. Фиолетовая. Неплохо, неплохо, неплохо. Хороший дроп, я бы сказал. Краска янтарь. Давайте откроем, посмотрим, где она у меня выпала. Четкая, четкая красочка. Красивая. Фиолетовое свечение, давно у меня его не было. Если не ошибаюсь, это считается уникальной, да, у нас, ребят, краска, она продается у нас только в магазине. Очень хорошее начало, три первых контейнера я открыл, и, в принципе, на этом можно было бы уже заканчивать на сегодня. Красочка выбита, больше, в принципе, ничего бы и не надо было. Но раз мне она выпала, давайте последний контейнер тоже откроем в этой красочке. Может, нам еще и в последнем контейнере что-то четкое упадет. Давайте открываем. Нет, белое. 125 двойной защиты. Ну что, аптечки, ДДшки, защита и красочка. Ну, красивая, красивая, я бы сказал бы вам, красочка. На этом аккаунтике у меня падала вечность. Падала, что у меня еще, акварель. Ну, акварель, ладно, это не так круто. Что-то еще было такое из уникальных. Наверное, вот этот глюк. Ну, хотя глюк это тоже не такой совсем нагибаторский. Флоу у меня было... А, флоу тоже, ребят, кстати, у меня падал с контейнеров. Так что вот эти красочки у меня падали с контов. Но флоу это была самая первая и самая старая такая красочка. Так что как-то так. Ладно, переходим на следующий аккаунтик, ребяточки. Что бы я хотел сказать, пока перехожу на аккаунтик. Не забывайте поставить лайк данному ролику и написать свой комментарий. По вашим комментариям я буду выбирать победителя на золотые ящики или контейнеры. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И пишите комментарии. Победитель предыдущего ролика уже есть, ребятки, в описании. Так, ну а что мы будем дальше? Будем дальше, наверное, давайте, ребятки, открывать контейнеры на... Давайте на среднем аккаунтике, на мега-нагибчике банка 73. Давайте на нем откроем. Посмотрим, что нам дропанет там. Действие премиум скоро заканчивается. Нифига себе, уже премка заканчивается. Ну ладно, ничего страшного. Так, ну что... Здесь у нас тоже 4 контейнера, если бы упало бы еще что-то годное фиолетовое. Был бы еще один, ребят, контейнер, было бы 5 штучек, я бы 5 открыл сразу. Возможно бы при пятерочке сразу что-то хорошее бы упало. Ну, а так, пятерки нет, открываем по одному. И давайте первый пошел, двойная защита. Второй, синяя, краска сафари, боже ты мой, что? Что это синее свечение? Вы прикалываетесь? Это просто какое синее? Мне интересно, сколько стоит эта краска? Блин, можете писать, ребят, в комментарии, но это очень нищебродская краска. Блин, вы прикалываетесь? Серьезно, сафари. При синем свечении мне уж лучше бы батарейки падали, чем вот эта вот мега крутая краска. Ну ладно, ладно. Давайте оденем очень... какое-нибудь нубское сочетание. Говорят, что при нубском сочетании падает что-то годное. Так, оденем воспашав в сафари. Давайте. Будем надеяться, что что-то крутое нам упадет. Ага, 3500 кристаллов. Да, это очень круто. И последний контейнер. Зеленый 100 всех припасов. Ну, нарочка не так еще плохо. 100 всех припасов еще пойдет. Ладно.
Блин, красочки падают пока что на каждом аккаунтике. Если бы еще падали бы такие, как на первом, было бы вообще шикарно. А так, что мне упало сейчас, не так круто. Не так круто. Можно было бы, конечно, чтоб дропало что-то лучше. Ну ладно, окей. Да, переходим, ребят, к следующему аккаунтику. Сейчас этот мы переместимся. Осталось у меня еще, ребят, 5 контейнеров. Два аккаунта, 5 контейнеров. Посмотрим, что нам упадет там. Будем надеяться на лям. Ну, блин, ну, ребят, вы понимаете, что лям у нас не падает так, как хотелось бы мне. Поэтому надеяться на него пока что глупо. Ну, хотя, всякое бывает, с дуру падает. Ну, давайте откроем 4 контейнера, и потом на армии один у нас еще. На нем надо будет точно нарко. И, кстати, ребят, что мне здесь вот надо, ребят? Ну, вот это надо аптечки. Просто аптечки. 48 аптек. Я не могу играть на этом аке. Все, кто, ребят, у нас смотрит стримы, все знают, что на этом аке я очень люблю нарить. И без аптечек здесь вот просто невозможно. А если вы, ребят, не смотрите стримы, то обязательно приходите на них. Всегда у нас интересно. И при этом разыгрываем в последнее время очень много промокодов. Так что приходите и выигрываете тоже промики. Так, ну давайте открываем. Красное свечение! Красное чего? Что? Вертига, боже! Красное. А что мне могло упасть еще? Если не ошибаюсь, то мне могло упасть очень большое количество кристаллов. Блин, вертига, серьезно? Две краски за открытие. Две краски уже за открытие. Две красочки просто. Это очень круто, ребят. Сейчас я быстренько сделаю скриншотик и будем переходить, ребятки, дальше. Просто жестко. Просто жестко дропает сегодня что-то. Я не понимаю, что у нас происходит, откуда эти краски вообще появляются, откуда, ребята, они появляются. Ладно, скрин у нас имеется. Переходим дальше. Первый контейнер. Первый контейнер на этом аккаунте, и у меня уже новая красочка. Она, если я не ошибаюсь, то она анимированная или нет? Да, анимированная. Ну, если честно, спектр будет покрасивее, наверное, чем эта красочка. Но давайте пока останемся в ней. Открываем, ребят, следующий контейнер. Кристалла. А нет, не глюканула. 125 двойного урона. Дальше. Синие крисы. 25 кусков. 25 тысяч. Вообще шикарное, ребят, открытие, блин. Да, походу, лучшее открытие контейнеров, которое у меня было вообще когда-либо. Просто лучше. И нитра. Сказать мне только, что у меня лучшее было открытие, и сразу у меня дропает нитра. Ну и что, ребят, могу вам сказать. Осталось у нас зайти только на аккаунт армии, открыть один единственный контейнер. И если на этом, ребят, одном единственном контейнере упадет что-то крутое, то это будет вообще просто самый эпический, крутой, блин, нагибаторский контейнера-открывашка. Так, ну что, ребяточки, сейчас ВК охну. И где у нас особо один контейнер, ребят? Пожалуй, открытие можно было заканчивать уже с самого начала, но после вертига оно, блин, стало еще, ребят, круче. Так что я думаю, что стоит прожать лайкосик обязательно данному видео. И еще 5 золотых падает. Неплохо, неплохо, неплохо. С одного контейнера 5 голдов падает. Пойдет. Сколько у нас, кстати, золотых ящиков? Если я не ошибаюсь, то за прошлое открытие мне тоже падали голды. Да, за прошлый раз у меня тоже падало 10 золотых. Итого у меня уже 15 золотых ящиков на данном аккаунтике. Надо будет их как-нибудь разыграть, ребят. Ну а пока контейнеров больше здесь у нас нет. Такое вот жесткое просто, ребят, ну очень жесткое открытие сегодня контейнеров у нас получилось. Я могу, наверное, смело сказать, что это пока лучшее открытие халявных контейнеров, именно контейнеров за выполнение заданок, чтобы мне падало сразу две краски, одно в фиолетовом, другое в легендарке.
просто в легендарке падает еще. Ну, это вообще жестко, ребята. Просто жестко. Спасибо, ребят, всем за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал. Если еще, ребятки, не подписаны, нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии, как я уже говорил. По вашим комментариям будем выбирать победителя. И что еще я хотел сказать, так это подписывайтесь на нашу группу ВК, ссылочка у нас будет в описании, и приходите на стримчик, который проходит почти каждый вечер в одно и то же время в 6 часов по московскому времени. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел данный ролик. Всем удачи и всем пока.